День пожарной охраны России празднуется ежегодно 30 апреля. Это связано с подписанием указа 1999 года об установлении Дня пожарной охраны. Данную дату отмечают сотрудники противопожарной службы, сотрудники государственного пожарного надзора и студенты специализированных учебных заведений. В рамках этой даты в Новочебоксарске прошла праздничная программа для огнеборцев города в стенах детской музыкальной школы. В 2018 году, 17 апреля, мы отмечаем столетие советской пожарной охраны. Ровно 100 лет назад был подписан декрет Лениным, и вот эту дату мы считаем, которая внесла большой вклад именно в развитие как советской, так и российской пожарной охраны. 30 апреля все пожарные нашей страны отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной охраны. И в этом году мы отмечаем 369-ю годовщину. Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, поздравляю вас с Днем пожарной охраны России. Желаю вам крепкого здоровья, крепких тылов и сухих рукавов. Цель праздника – подтверждение огромного вклада пожарной службы в поддержание безопасности государства. Официальные лица города и руководство пожарных подразделений Новочебоксарска обратились к специалистам отрасли. Благодаря вашей профилактической и разъяснительной работе удалось снизить материальный ущерб от пожара в первом квартале 2018 года с 1 800 000 в прошлом году до 1 100 000 в этом квартале 2018 года. Также снизилось количество пожаров в результате неисправности электрооборудования и в результате неисправности печей. Низкий вам поклон за доблестный труд, за мужество. Желаю вам крепкого здоровья и чтобы тревоги были только учебными. С праздником! Отлично проявившим себя сотрудника пожарной охраны вручили медали и почетные грамоты. Также здесь благодарственные письма от МЧС получили представители учреждения образования города и представители СМИ за освещение тем по пожарной безопасности. Традиционно на торжественное мероприятие пригласили ветеранов отрасли со сцены. Они делились своим опытом с новым поколением огнеборцев, сменившим их на боевом посту. Завершилось мероприятие праздничным концертом преподавателей и учащихся детской музыкальной школы. Ольга Лазарева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.